Сейчас ляжу ближе к земле. Блин, я тебе видео не показал. А как зовут хоть? Игорь. О, меня Игорь. Позывной мой Колыва. По имени, думаю, не найду. Тихо, тихо, тихо. Ирина пойдет болстать мне. СРП я будешь стрелять? СРП я будешь стрелять? Эх, смешно, страшновато. Давай, отползу, можно? Сележим тут с ним. А, хорошо. Не бойся, тут хорошая тачка. Я потом для этого, как там его, ну, для ДНР отправлю потом, покажу, как мне нравится. Там было один... Тихо. Снимай. Был один пулеметчик. То есть я помню. Вот он, это наши. Я знаю, я видел их. Кого-то взяли, да? Плен? Не знаю. Да, взяли плен. СРП я не выстрелил, блядь, через огонь прибежал, стоял буст там на это. А я, блин, чуть-чуть пока решили определить, уже бусы ушли. Ну, они сейчас постреляют, идут, это на гараж. Я, блядь, ему иду, на Андоны. Насколько мне ответят. Пока на паузу поставим. Только что его вытянул. Свой? Да, местный житель? Не, местный житель, да. Убило, не? Нет. Это хорошо. Это афганцы. Афганцы, хорошо. Все такие спокойные. Мы нормальные люди. Хорошо. Жители. Ползай сбоку. Машина идет. Я отойду. Есть. Смотрите. Вот такой петрушка. Сложно. Очень сложно. Бью за водой. Вижу раненого. Аккуратно. В сторону. Ира, Ир, не, Ира. Кто-нибудь дайте воды. Срочно, кто-нибудь дайте воды. Кто живет здесь? Та-та-да-та. А вот водичка. Не видно ничего. Свой, да? Наша работа. Ну, фух. Схавайся, нахуй. Батя, схавайся. А это мне. Схавайся, ёлки.